Организация работы с молодежью в городских и сельских поселениях Краснодарского края – приоритетная задача Департамента молодежной политики. Его представители выезжают в муниципалитеты, чтобы обсудить основные направления деятельности. Семинар прошел под руководством начальника отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями Департамента молодежной политики Краснодарского края Светланы Парахиной. На встречу с руководством пришли активисты и кураторы школьного самоуправления. Они обсудили главное событие осени – выборы лидеров школ, которые состоятся 15 октября. Мы выезжаем в зоны Краснодарского края для того, чтобы проговорить с руководителями органов по делам молодежи, с специалистами сельских и городских поселений, с координаторами, курирующими работу школьного, ученического и молодежного самоуправления, как мы будем строить свою работу в этом году, в конце этого года и в следующем, соответственно, в учебном году. Главные наши вопросы, которые мы рассматриваем на совещаниях, это организация работы с молодежью в поселениях, потому что главная задача департамента – дойти со всеми мероприятиями, дойти со всеми течениями молодежной политики, направлениями во все самые дальние уголки Краснодарского края. Вопрос ученического самоуправления сейчас стоит на повестке дня, потому что грядет большое единое краевое мероприятие – это выборы. Выборы у нас уже традиционно проходят второй год 15 октября в каждом образовательном учреждении, и мы выбираем президентов школ, с которыми потом мы работаем, потому что все-таки что ни говори, лидеры школ – это наш актив. Соответственно, конечно, мы не можем забывать о молодежном самоуправлении, потому что сейчас это направление очень хорошо развивается. Это молодежные советы при главах поселений, молодежные советы при главах муниципальных образований. Мы хотим, чтобы инициатива молодежи выходила в народ, чтобы все, что поддерживает молодежь, это также поддерживал департамент, и мы это все вместе смогли реализовать. Сегодня наиболее актуальным является вопрос повышения культурного уровня сельской молодежи. Этому будет способствовать увеличение количества мероприятий и создание новых клубов по интересам, запуск новых проектов и программ, чем уже и занимается Лабинское управление по делам молодежи. Также на совещании поделились опытом о молодежных советах при главах муниципальных образований. Нам очень приятно, что сегодня на территории муниципального образования Лабинский район состоялось краевой семинар-совещание на тему развития школьного самоуправления, молодежных советов при главах администрации муниципальных образований, а также развития социоклубной молодежной системы. Вообще, конечно, это очень актуальная тема. Приближается тем более единый день выборов среди ученических советов. Мы будем выбирать лидеров школьных советов, ученических при наших средних специальных учебных заведениях, которые затем войдут в актив и, конечно же, войдут в команду молодежного совета при главе администрации муниципального образования Лабинский район. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».